Всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Ребят, сейчас поиграем для разнообразия в World of Tanks Blades. Так, у меня идея. Я хочу начать на ваших глазах. Начать качать веточку Великобритании. Давайте посмотрим, что мы здесь. Вообще, хотелось бы попробовать ФВ-215-183, вот до нее дойти. Как... танкисты ее называют вроде как. Это бабаха какая-то, ребят. Ну, шотит неплохо так, да? Вроде как. Так, давайте посмотрим. Урон базовым снарядом 698163. А фугаской интересно, сколько он. 1300 средний урон, 1300. То есть фугаска, если попасть туда, куда нужно, где нет брони, допустим, да, то нанесет максимальный урон. В принципе, можно, наверное, попробовать докачать до этого танка вот эту веточку, ребят. Да, я думаю, стоит попробовать. Так, 600, 293, 750 он будет стоить. Вот это да. Так, ну ладно, ребят, начинаем мы с самого начала. Соответственно, у нас есть медиум. Он у меня уже был открыт когда-то. Такой, короче, тухленький танк. Такой. Ой, что это такое? Что это за коробок на гусеницах? Да. Так, ребят, ладно. Давайте открываем. Снарядики, снарядики. Так. Так, так, наверное. Какой-то этот, наверное... Сколько? Сейчас возьмем тогда голду тоже штучек 5. 5 штук, наверное, маловато будет. Ну ладно, давайте берем. Или сколько? Или, ребят, сразу открыть второй уровень нам, в принципе. Как вы думаете, так, урон 45-75. Фугаска. Но я думаю, на этих уровнях. Я даже не знаю. Ладно, берем, ребят, неважно, это тухлый танк. Как бы. Сейчас мы. Погоняем. Так, это открывать нет смысла. Хотя стоит все это копейки. Берем пробив. Урон модулем. Давайте эту штуку. Меня интересует. Вот чисто пробив и все. Скорость полета снаряда, падение пробития с расстоянием. Все, меня больше здесь ничего не интересует. На этом танке. Потому что нет смысла открывать еще что-то. Вид. Тоже, наверное, не стоит. Хотя... Первый уровень, все это будет стоить копейки. 42 тысячи, вот такой вот цвет. Блин, ребят, ну за пару каток, в принципе, мы его поменяем. Да я и сейчас могу, наверное, сменить, так как у меня свободный опыт есть. Так, в принципе, есть, я могу дальше идти. А какую нам ветку-то? По верхней нужно идти, то есть УЦ2 ПДР нужно будет открывать дальше, да? Чтобы дойти до ФВ-215-Б-183. Так. УЦ-2 ПДР. Это у нас вот эта веточка идет. Башенку можем взять. Если башенку берем, ребят, у нас снаряды, в принципе, должны сохраниться. Да или снаряды у нас тоже скинутся. Хотя там копейки все это стоит. Ребят, блин, ладно, все, поехали. Меньше трепу. Давайте уже начнем. Что-то здесь загрузка долго. Наверное, потому что первый уровень и мало игроков, что ли. Так, 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 так. Я, пожалуй, поеду справа. Нет, ребят, один снаряд всего лишь здесь.
скорострельность 7 секунд. Что за... Один снарядик всего, да? Там сколько-то на 40 урона, что ли, было. Так, ну соваться я вперед, конечно, не буду. В принципе, можно было чуть еще поближе подойти. Смотри, какой танк. Ой, забавный, конечно. Так, дружище, дайте по башне сейчас заряжу как. Давай, не двигайся. А! Ну и дела, смотрите-ка. Тухленько, как это у нас пушка совсем. Да смотрите, какой разброс, а. Вроде и свелся, все равно разброс никудышный. Смотрите-ка. Ну что за дела-то? То вверх летит, то вниз. Ни разу еще не попал. Ой! Прям точная сводка такая, и все равно не попадает. Да что ты будешь делать? На высоких уровнях такой ерунды нет, ребят. А вот здесь счет реально мажет. Я уже прицелился. О, наконец, 50 урончика нанес. Вот это да. Вот это да. На еще, ребят. О, одна хпшка у него осталась. Так, сейчас его ребят добьют. Кто там у нас впереди-то? ИС-31 какой-то, ребят. Что-то я сейчас тут простою всю хатку, похоже. Так. ИС-31, все, тебе крышка, похоже. Зря он туда сунулся, конечно, в самое пекло. Захват базы. 38-39. Так, ребят, что-то там прям... Пачка стоит, похоже. Ну, что-то я боюсь туда соваться. И танк медленный. А может, у нас никаких больше других деталей не стоит. Улучшенных. Улучшенных ничего нету. Так, 60%. Так, нужно, наверное, выдвигаться все-таки. Потихонечку. Иначе наших просто сейчас там развалит. Да, ну. 70, ребята. Блин, приходится выдвигаться, короче. Хотя бы... по кому-нибудь там зарядить нужно. И а, какой ты медленный. О, попали по кому-то все-таки. Немножко скинули. Так, еще по кому там можно зарядить. Какой же я медлительный. На тебе, не попал по башне. Прям впритык, ребят, я стою, смотрите-ка. И он мне попадает. А, я все, конец мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Так, ладно, пока здесь каточку доигрывают, давайте-ка мы для разнообразия залезем с вами. Вот сюда. Здесь немецкие танки, я тоже качаю. Так, что у меня тут есть вообще? Давайте в дерево. Короче, я пошел на гриль 15 иду. Коплю сейчас на 9 уровень ВТА в ПЗ-4. Так, и здесь больше мне ничего нет. РМ борщ, кстати, он так его и называет. Борщ, да? Борсинг. Ваффендрейгер какой-то. РМ. Так. Сейчас мы им тоже каточку сгоняем. Там, в принципе, уже, наверное, доигрывают. Так, погнали слева, сейчас мы сюда вот залезем и немножко постоим, пока нас оттуда не выгонят. Пока нас вообще не выгонят в ангар. О, там кто-то АМХ там что-то пляшет. АМХ-CDC, ребята, вот здесь могут, конечно, прессануть. Если меня спалят, то наверняка там с той стороны тоже кто-то стоит и... ждет своего часа, ребят. Вот здесь. Давайте пальнем разочек. Опа. Никого, похоже, там нет. Либо я просто не туда пальнул. Так. А нет, все-таки там кто-то стоит. Ну, жирненький танк стоит. Тартоис. Тортик стоит там, смотрите.
Ага, ну я его не пробиваю. Ёшкин ты макарёшкин. Так, броня не пробита, значит. Не пробита. По башне ему попал. Немножко надо было подождать. Так, так, вот здесь может спалиться. Ребята, чё... Так, минус один. Минус один из нашей команды. АМХ CDC. Так, не хочет. Прот! Ребят, можно шотнуть его. Если он, конечно, в поле видимости. Ё-моё-то. Ёшкин ты, макарёшкин. И что делать будем? Фугаской попробовать или липануть? В принципе, он на 1000 урончиков фигачит у нас. Ой, 657. Ааа, сейчас меня здесь... Нужно валить быстрее, ребят. Сейчас полетят снаряды на меня. Так, в принципе... Так, все, кажется, мне здесь крышка. Но одного я должен успеть забрать, в принципе. Так, 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 так. Где он есть? Где он есть? Е-75. Пехот контужен. Скорость движения и поворота снижена. 723. Жаль, не загорелся, короче. Орудие повреждено. Точность стрельбы снижена. Блин, да чтоб тебя! Ребят, кажется, мне крышка, все. Хотя нет, может успею. Нет, не успею, там кто-то. А, успел. Так, ладно, хоть одного забрал, в принципе. Ну, 2К, конечно, не наберется урончик, но... А вот здесь вот у нас где-то тут дохленький лазит. Так, наши проиграли. Ой, медиум. Сколько опыта получил? Да, не знаю. Так, ребят, давайте башню мы сейчас возьмем. Надеюсь, снаряды у нас не слетят. Берем. У нас, в принципе, свободка. Стоимость боевой опыт 124. Ага, даже у нас этот накопилось. Так, давайте сразу пушку возьмем. И каточку сыграем. Блин. Ну ладно. Снаряд надо было продать. В принципе, на этом уровне все стоит у нас копейки. Так. За голову, конечно, мы не будем брать. Фугаска. 90-150. Но пробив 13-17. Так, так, так. Ну ладно, давайте сейчас 35. Так вот сделаем. Ну что? Ой, какой непонятный какой-то на ствол. Вообще мелкий разброс. Сумасшедший будет наверняка. Ладно. Поехали. Что-то здесь загрузка у нас долгая. Медиум три штуки. Медиум три штуки у нас. ФТ, ЛТР, Т1. У нас только здесь один с противоположной команде какой-то РТ. Отсу только у нас. Остальные все просто, не знаю, одинаковые. Да, ФТшки, ЛТшки, ЛТРки какие-то, медиумы и Т1. РОЦУ только у нас какой-то другой. Так. Ой. Я же, как обычно, хотел поехать налево. Так, ребята, ну сюда не буду соваться. Ну ладно, ладно, поехали, ладно, говорил. Я за медиумом еще одним поеду тогда. Прикрою ему квадратную заднюю часть.
Да, вроде маленькие танки двигаются. Капец, как медленно. Так, дружище. И чё там такое? Ты один, что ли, лазит? Так, ребят, что с дела? Давай наверх. Ага. Ребята, я его спалю, не спалю. Блин, не вижу. Ладно. Хотя не, подожди, сейчас наши шуганут. Смысла нет ждать. Перезарядка долбанная, это капец просто. Давай. Блин, я когда пока сведусь, танки уже уезжают. Да. Смотри-ка, ты один у нас по 30 хпшки, 3 выстрела. Многозарядный, как у него, с волта. Блин, ну разброс, ну ты что ж ты творишь-то? Все, зарядился, сейчас он сам заберет, наверное. Я здесь вообще бесполезен как-то. Так, 201 пока итоговый у нас урончик. Что, в принципе, неплохо. Для этого уровня. Эр-Отс, чё-то ты даже у нас не поцарапанный. Похоже, какой-то жирненький, либо ныкался всю дорогу. Где все там? Где? А тут дружище ползет. А, мазила. Ну хорош, хорош, приятель. Ну, я тебя сейчас отомщу. Хотя не пробью, наверное, столько. А, помогли. ФТшка, ФТшка. ФТшка, ладно, сиди там, не рыпайся. Не хочешь вылазить, сиди тогда. Есть. Чё ты ждешь? Ха-ха-ха, дружище. Давай еще один крокозябрик. Я еще гуслю тебя сбил, дружище. У тебя перезарядка быстрее. Ты нечестный. Или просто у тебя 3 снаряда? Так, ребят, 447 урона. Итоговый. Блин, ну на первый уровень я вам скажу. Для первого уровня это даже очень неплохо. Так, 892 с X2 опыта получили. В принципе, можем открыть теперь. Следующий у нас... Что у нас? У C2 PDR. Вот эта ветка у нас была, да? Угу. Давайте возьмем. О май гад. О май гад. Так, берем. Нет, бесплатно. Давайте оставим. Нам смысла нет обучать экипаж. Потому что мы этим танком все равно играть не будем. Так, этот, соответственно, сейчас. Раз, два. Возвращаем наши денежки. Надо было на снаряжение нажать. Продать. И ребята. Это мы уже не вернем. И, в принципе, его можно продать. Ну, чтобы слотик освободить. Тем более я этим танком играть уже не буду. Это точно. Так что, друзья мои, давайте у C2 PDR посмотрим, что мы здесь можем делать. Так, соответственно, берем с вами. Так, все хорош. На пробитие взяли, да? Хотя смысла тоже не было брать, ребят. Да, на этих уровнях смысла не тратить. Потому что здесь, в принципе, все быстро. У нас прокачка идет быстро. Так, ладно, берем. 6 снарядов, 7200. О май гад. Так, 45-75. Есть смысл? По-моему, в фугасках нет смысла здесь, да?
Ну ладно, пусть будет тогда. 6800 потратили. И снаряжение, восстановительный комплект. Я не знаю, ребята, но бесполезная вещь. 1200, ладно. У нас, в принципе, 2760 миллилямов-то есть. И поехали. Так, залазим сразу на гору. Консервы, согласен. Ой, консервы, да. Это нуба-танки такие. Это просто какая-то каша. Так, ладно, сюда встаем, чтобы нас особо не спалили. Подальше встану, да. И сейчас будем пробовать отстреливаться. Ну давайте, ребят, на гору заезжаем смело. Нет, наши поехали на гору смело. И, соответственно, мне здесь делать нечего, потому что враги сюда уже не поедут. Давайте меняем тогда. Ой, чё-то поворачиваешь как-то тухло. Так, там фраг, ребят, едет. Фраг, 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 фраг. Сводиться нужно. О, перезарядка какая быстрая, смотрите-ка. Отлично. Перезарядка, в принципе, 4 секунды. Так, видим? Видим. Отлично, давайте сейчас. Давай, ну сводись уже, зато сводка, как будто какая-то перезарядка, господи. И сводка не помогает. Давай. Да смотрите, как снаряд-то летит, непонятно. То влево, то вправо. Тут капец какой-то. А еще один вышел фраг. Ой. На! По 50 наношу, по-моему, да? Ну да, получается так. Сейчас добьют без меня. А-а-а, я первый! Так, отлично, нам нужно набивать. Урончика нужно набивать. Так, кто-то там покушается на базу. Поехали. В принципе, у нас там есть кому защищать. ПЗ-ка. ПЗ-ка, Джек. Вообще, ПЗ-ки у нас... Вроде как жирненькие танки должны быть. У меня есть ПЗ Б2. Кстати, он голдовский. Так, эту штуку мы, наверное, на этом танке не пробьем. Эти сарайчики. Ой, ты какой-то серьезный. Ребят, смотрите, он, наверное, дамажный. АТ-1. Бабах. Так, отлично. И кто там, где там на базе, похоже, заныкался и сидит. Он на базе, ребята, спрятался. Вообще авкаш, похоже. Авкаш? А, нет, стреляет, смотрите-ка. Не двигайся. Не уезжай. А, дружище. Я ж тебя спросил не уезжать. Так. Сводись уже. Не знаю, я его не вижу. Но примерно мы, в принципе, его спалили. Есть. И последний. Бабах. Все, 4 килла. 419 урончика нанес. Тоже неплохо, ребят. Давайте посмотрим, что мы можем взять. 696 с двойным опытом. Так, мы можем взять пушку. Можем взять пушку. Соответственно, чтобы взять пушку, вернем мы денежки за снарядики. Небольшая сумма, но 7000 все равно неплохая сумма, да? И давайте возьмем. Потому что когда вы просто тупо меняете пушку, у вас деньги исчезают, пропадают в никуда, их не возвращают. Соответственно, ребята, советую продавать снаряды и уже менять пушку. Так, исследовать. И, кстати, а что нам дает? Урон базовым снарядом у нас увеличивается. И пробитие тоже увеличивается. Ой, пробитие у нас ниже на этой пушке, но зато урончика здесь, смотрите, 68, 113, 40, 54 пробива. А здесь 57, 77 пробива. Ну ладно. Что взяли, то взяли. И... Ой,
Мы вообще без снарядов. Я уже собрался куда-то ехать. Так, галду я зачем беру? Да пригодится, ребят. Пригодится, может быть. Фугаска 90-150. В принципе... Фугаск штук 20. Давайте тоже. Наверное, основной, конечно, снаряд вот эти оставим. Так, хорошо. Сейчас по каким-нибудь по картонным танкам попробовать можно фугаской. Либо в борт. Та-тери-ты-ты, ожидание игроков. Я обычно сюда назад заезжаю. Ой. Опять у нас короткий какой-то ствол. Разброс сумасшедший наверняка. Сейчас сюда заедем. Хоть на какое-нибудь время посмотрим, может, что получится. Обычно... Обычно они здесь ездят. Ребят, 7 секунд, 7,5 секунд перезарядка. О май гад. Да, 7,5 секунд, конечно, не очень хорошо. Может, и надо было оставить. Блин, все уехали. Вот здесь мне сейчас могут навалять, кстати. Если я тут один окажусь, то мне наваляют. 100%. 280 хпшки. Ха. Ладно, ждем, ждем, не суетимся. Кто-то там спалился, БТ-2. Так, ребят. Ждем, ждем, давайте больше танков спалите. Здесь никого нет, что-то. И что-то мне пока подсказывает, что их даже здесь не будет. То есть можно попробовать туда съездить. Или на базу съездить. БТшка там что-то рвется в бой. Что-то капаш. Ребята, они все тут. Посмотрите-ка на это. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой, у нас пробив. Не очень, поэтому нужно сводиться. Это 100%. Давай-давай. Бабах, 104 урон нанес. Вот это да. Причем танк-то жирный там стоит против меня, да? Бабах. Нормально. Так, что там, что там, что там? Ать, не видно. Сводимся и фугаской. Бабах. А, всего лишь 42. Так, ребят, фугаской. Лучше, конечно, в заднюю часть. Там кто-то летит. Кто-то летит. Камикадзе. Снаряд медленный. Медленный снарядик у нас. Так, кто там? Я тебя вижу, дружище. Привет. Давайте. В заднюю часть, давай сейчас фугаска. Бабах, 129, на, держи, понял. И сейчас мы тебя отобьем обычным. Обычной ББшкой. Если, конечно, попаду, то может снаряд полетит так, что... Просто тупо промахнемся. Так, ребят, что-то дела-то. Ага, еще один фраг. В принципе, фугаской можно. Хотя нет. Опаньки. Фугаской желательно в черную часть танка. В темную зону танка нужно стрелять. Максимально урон можно нести. Ой. Вот я фугаской. Ну ладно, попробуем, бог с ним. 41. Нет, не прокатило. Так, МС, давай-ка я поеду на тебя. Чё ты там стоишь, тупишь? Ой, фраг. Сори. МС, МС. Ты как себя там чувствуешь? Нормально? Заныкался ты. Бот, что ли? А нет. Не стреляй! Не стреляй в голубей! Не стреляй в воробьев, не стреляй в голубей! О, фраг! Отлично. Они сами едут, смотрите-ка, сливаться. Слушайте, а давайте это сейчас с фугаской попробуем. Куда тебя пальнуть-то? Я даже не знаю, ребят. Давай сюда. Ой, 43 всего лишь. Так, а куда? Вот, кстати, задняя часть у него. Ладно. Блин! Фугаска, ты меня подводишь! Смотрите, фугаска не очень, да? Не пробивает. Ну ладно. Вызем зод 56 урончика. 4 кило. Так и вот, ну было, было. 856 урона.
Да, как так можно умудриться на втором уровне набить столько? Да, на высоких уровнях бывает, что сток не набиваешь. Тебя сливает фастом. А здесь прям нормально так повеселился. Так, что у нас дальше? Продаем снаряды. И покупаем мы новую пушку. Там что-то дальше было. 2160, Хватит, нет? Хватит, нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Урон 60 остается, зато пробитие у нас увеличивается. И скорость стрельбы тоже у нас увеличивается. Ладно, доступный. Ладно, используем мы с вами тогда свободный опыт. Свободный же он называется, да, ребят? Этот опыт. Так. Да, свободный опыт. Так. Ладно, берем. Что мы берем? Если что, потом мы все продадим. Красненький у нас. Так, подождите. Голдовский. Так, ладно. 90-150 у нас остается. 13-17. Я даже не знаю. Что-то фугасками здесь, ребят, я вам скажу, не особо. Так что берем вот так вот. Применить и... Поехали. Я, конечно, ту сторону больше люблю. Там можно нормально так стоять и отстреливать. С этой стороны... Поехали. Не всегда так получается гладко. Ну, если встать, допустим, вот сюда, то, в принципе... Если враги будут заезжать на гору, то, в принципе, тоже можно набить себе... опыта. Так, чем больше урончик наносим, тем больше опыт получаем, соответственно. Счет, ребят, не лезут, потому что наш туда заехал, и враги боятся туда просто лезть. Так, давай заезжай, блин. Ну как так, так, подожди, что там происходит? Там под горой тоже, короче, заныкались. Ой. Ждем. Без суеты. Кто-то из наших пытается там базу захватить. Так, это бесполезно. Ну давай, выезжай, дружище. Никто не лезет. Ага. Куда-то поехал. Да не попаду же я. Не попаду, ребят. С моим-то разбросом попасть по макушке этого танка. Это безумие просто. Так. Выехал. Ах ты ж какашка. Нет, не хотят. Так, ладно, все. Рвемся в бой. А наш просто сейчас... Хотя нет, наверное, не дадут захватить базу. Не успел. Ну ладно. Того можно шотнуть. Уже нельзя. Уже забрали. А этого? Этого можно, да. Фугаска давайте. Бабах! 33. Так, все, не буду я больше фугаска на этом танке. Что-то не пробивает. Всего 33, как можно. Обычной ББшке на 90, по-моему, нанести, да? Так, осталось два танка. Два врага осталось. Так, одного я вижу вроде как. Эй, я в своего попал, что ли? Конечно, урончик по своим не наносится, ребят, но... Мой снаряд просто в никуда. Отлично, 95, кстати, урончика я нанес. ПЗ-35. Ты, наверное, более-менее жирненький. Что-то мне подсказывает. Хотя нет. Движок давайте. Бабах! 89.
Так, вообще на изи. Двести шестьдесят один урончик всего лишь. Насколько нам надо, чтобы открыть танк третьего уровня? 1890. Ну, ребят, ну тогда мы с вами продолжаем. Погнали еще каток. На этом танке будем стоять где-нибудь здесь. Будем стрелять издалека. Слушайте, а на моем танке интересно, где у нас находится боеукладка? Что-то сзади там что-то есть, ребят. Если палить по боеукладке, в принципе, танк взрывается мгновенно. Сейчас они здесь по-любому появятся, да? Появится же или нет? Появится или нет? Что-то мне подсказывает, что они сейчас вот отсюда попрут. С правой стороны. Захватываем базу. Что-то сомнительный план. Так, ребят, что-то палиться не хотят. Враги-то наши. Где они есть? Сейчас полезу и наверняка... Что-нибудь да произойдет. Так, так, опаньки, стоять бояться. Я тебя вижу, дружище, а ты меня нет. А! Так, у нас не совсем удачно. Сейчас, смотрите, заряжу прям ему. Нормально так, урончик ему прилетит. 100 хпшки снес, ребята. Третий уровень сушка столько не наносит. У меня есть Су-76Б, ой, Су-76И. Ивентовый, ивентовский такой был танк у нас. Он по 163 хпшки наносит. Правда, он жирненький такой, голдовский. Ну, прем-танк. По 163, по-моему, наносит обычно средний урон. Но перезарядка у него по 12 секунд. А здесь 100 хп и перезарядка, друзья мои. Всего лишь, сколько, 6 секунд, что ли? Я в наглую уже стою. Да что ты будешь делать? Дружище, да один, что-то ты какой-то жирненький у нас. Нанес. Урончик нанес, смотрите. Урон от выстрела. Итоговый 263. Так, кажется, надо его добить. Ну что стоишь-то, ПЗ-ка, давай, агри. Ага, 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 ага. Блять, по башне. Не попал. Ах ты какашка! Ты мне танк поцарапал! Ах ты ж вредный, все, ГГ тебе, понял? Б! Не добил? Один хп осталось, смотрите-ка. Ну все, крышка тебе. Да хорош, хорош! Ребят, 38 хп мне оставил. Смотри, какой вредный. Перезарядка у него быстрая. Быстрее, чем у меня. 3 секунды, наверное, перезарядка. Так, ладно. Надо выручать своих. В принципе, мы пока 3-1 ведем. У нас 3 танка. То есть мы с вами 3 танка уничтожили, наша команда. Уже 4. А противоположно, всего лишь один танк из наших убрал. Ребят, я его видел. Чё-то я забрел, ребят. Чё-то я забрел. Успею, не успею. А, некогда прицеливаться. Хотя, может, и было время. Не успею. Не успею. Не успел. Так, а где еще один? Оу. Ну вот ты где, М2 Light. Ребят, чё-то он прям фуловый. Заныкался, фуловый, заныкался.
Чё-то я очкую на него лезть на пролом, потому что у меня всего 38 хп, у него, соответственно, фулка. И... Хотя он что-то в раскоряку встал, на гору заехал. Что ты творишь, дружище? Вот его можно зарядить фугаской. Бабах, 126 в темную зону. Все. Опыта. Не хватает все равно. 606 на 1890. 1890. Так, а кстати, мы с вами... Ну ладно, что у нас там итог был какой на РМ-ке. Ладно, ребят, давайте напоследок с вами в следующем выпуске мы продолжим качать эту ветку. Давайте напоследок из 4 сейчас 10 уровень на танке. На ТТшке сейчас погоняем немножко. Нравится мне этот танк. Он жирный. Люблю играть реально с бронированными танками. Они, правда, медленные. Но за счет своей брони... Не знаю, мне они нравятся. Не умею я играть на быстрых танках, а вот на ТТшках мне прям... Мне прям прикалывает. Пилорама, она работает, ребят. Причем, когда я захожу в режим снайперский, пилорама резко перестает работать. Видите, сейчас она работает. Вот так она перестает работать. Да, это еще давно я заметил такую фишку. Почему так происходит? Наверное, чтобы не было нагрузки какой-то там дополнительной, да? А мы в снайперском режиме, чтобы у нас все было гладко, типа. Чтоб не было нагрузки на игровой процесс, я так понял. Так, я кого-то вижу? Уже нет. А, вижу. Бам, бах, не пробил. Надо было сводиться получше. Так. Кто-то ползет, сейчас мы его не успеем, наверное. Давай, вылази. Я тебе помогу. Ай! Ёшкин ты Макарёшкин. Нет! Все, крышка тебе. Ха, не попали. Давай назад. Ребят, вообще нельзя так на ТТшке стоять. Потому что... Хотя, давайте постоим, почему бы и нет. Меня вроде не палят. Мы, в принципе, видим, кого надо. Отстреливать потихоньку. О, блин, не успел. Можно было голдовски зарядить. Так, все, ребят, пора выдвигаться, потому что что-то пахнет жареным. Я же все-таки на ТТ. И мне нельзя стоять. Мне нужно, ребят, бомбить. Так, отлично. По башне, по макушке прям. А вот... Ах, пробил. Засранец. Так, сейчас нашего снесут там, похоже. СТ-1. Предыдущий танк 9 уровня. Он перед моим ИС-4 стоит, кстати. Ага. Не пробил. Так, все, выдвигаемся. Ой, я последний остался, ребят. А-а-а! Нет, мне крышка. Кто там, гриль 15 едет? Ой, тоже домашний, зараз такая. Да. Все. Это конец. Чмазила. Промахнулся. ИС-8, что ли, там катается. Ой. 1267. Так, РМ-ка у нас, кстати, проиграла. Ладно. Давайте еще прокатаем сейчас немножко на рынке. На борще.
Ну давай. Заезжай, дружище. Где-то есть-то. Макушка. Ой. Что за дела-то? Что происходит? Что происходит, ребят? Так, 4 танка пока видим. Так, давайте, ладно, ждем. Кто-то там вышел, нет? Да что ты будешь делать? Ребята, что-то нужно... Нужно шевелиться, иначе... Ладно, ждем. Сейчас попробую все-таки по макушке ему зарядить. Вот здесь можно попробовать попасть. Давай, давай, центуриончик, давай, давай, давай. Давай, выезжай. Все, теперь я перестал выезжать, смотрите-ка. Ладно. Бесполезное занятие. О-о-о, я меня спалит и... О май гад. АМХ-СДС, господи ты, боже ты мой. Можно попробовать тебя, конечно, фугаской. Но чё-то сомнительно, ребята. Нет. Нет, ты тоже меня фугаской. Да? Не получилось. Так, я тебя, наверное, ББшки добью. Ой-о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 й. Так, все. Вы меня достали. Так, это мой. Я его ББшкой должен забрать, в принципе. Так, есть, 512 внес все-таки. Но по мне успел пальнуть. Так. ИС-8. Ты все еще там. Фугаска, я не знаю. По задней части сейчас, конечно, попробую. Но фугаска такое дело. Хотя уже его можно и ББшкой обычной. Он уже весь потрепанный. Так. Ой, вот здесь могут пальнуть. А! Аккуратней! Я видел твой снаряд, ИС-8. Какой-то дерзкий. Ребят, вон там кто-то еще есть. О май гад. Зря так стою. Давай, ребят, палите, 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 давай. Давай, 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 давай. Где все-то? Центуриончика можно шотнуть. Сколько у него? 500 там с чем-то хп. Хотя 648, что ли? 500. Нет, ребят, 648 хпшки у него. Ага, на горе там кто-то заныкался. Ага, это моя стихия. Это моя стихия, ребят. Вот это ауф. Ага, я не знаю, сколько там, 800, что ли, прилетело ему. Там аж трое заныкалось, видели? Что на этой горе. Сейчас попробуем пальнуть еще разок в бездну. Вот сюда вот в бездну, ой. Давай. Эй. Союзники, что-то там. Кто-то там негодует. Обзывается, засранец. Так, вот этого шотнуть можно. Или нет? Сушка свалила, успела. Так. Ладно, ждем. У нас тоже все уже потрепанные. Это кошмар как. О боже, только вылез! Я же просидел, меня вроде уже не спалили было, ребят. Да. Опа, 704, засранец. Так, ладно. Выходим в ангар. Это слив. Давайте все-таки... Я хочу завершить выпуск. Все-таки победой. Победой на высоких уровнях. Поехали. Так, ребят, за мной. Я знаю, куда надо ехать. За мной. Из четвертой я реальный танк. Я бронированный.
Кафе. Может, ТТшка. Здесь наверняка кто-то есть. Ребята, наверняка кто-то сюда приползет. Не бывает такого, чтобы сюда танки не ехали. Странно. В принципе, можно попробовать на горочку встать. Конечно, не факт, что я их буду видеть, потому что они там где-то ползают под горой. Опаньки. Упс. Кто-то у нас есть то, кто-то у нас есть то. Так. Не двигайся. А-а-а! Как так можно было лететь снаряду, я не понимаю. Так, ребят, подожди, подожди, там еще кто-то справа. Ага. Ай! Чуть-чуть назад дай. О, вот так нормально. Стой, не двигайся. Так, нормально. О, молодец. Так вообще замечательно. О, идеально. Е100, не двигайся. Стой. Блин, снаряд ты. Ладно, его добьют. Погнали-ка мы с вами разбираться. Дальше. Кто-то здесь ОБшка. Вот его можно попробовать покрутить. ОБшку мы сейчас с вами закрутим, завертим. Он же у нас... Это у нас сушка, по сути. Привет, друг. Куда ты? Ну и ладно. С тобой потом разберемся. Я в шоке от этого разброса. Бывает, что без прицела колбасишь, летит туда, куда надо. Да бывает, сводишься более-менее и ничего не происходит. Так. Что дальше? Ой. Кто-то там мазнул. Опаньки. Сушка, как думаешь? Ой, ОБшка, ты как думаешь, ты сможешь меня пробить? Ну давай, 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 езжай, езжай, давай. Посмотрим, кто кого. Ой! Давай. Хотя бы разок по мне заряди. Ага, 609, ты засранец. Ой, кажется, кто-то крутится. Успеешь, дружище? По-моему, не успеешь. Упс, не успел. Извини. Так, леопардик. Ребят, за мной. Сейчас я вас вытяну отсюда. Леопардик, вот где-то он здесь прет. Ведь что-то я, кажется, не туда еду. Ну ладно, 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 ладно. Ой, леопард. Ах ты по мне еще и попал. Вот это ты какашка. Так, ребят, это хорош. Ой, шотный там, смотрите, на горе. А, не до него. Так, давайте к шотному уберем сейчас. Кажется, я увидел. Так, 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 так. Пока 4-4. Ой. И! Что-то мне подсказывает, что что-то нужно делать. Наверное, что-то нужно делать. Так, погнал-ка я кот к этому. Чувак, я сзади, он прессует. Да. Опять что ли слив? Сколько можно? Честно, не смог пробить, но ты даешь. Рикошет. Ну давай, давай, я ведь ТТшка. Так, подожди, не до тебя, чувак. Там кто-то выпендривается. Блин, ребята, в бок нечестно. Ах ты еще так. Ну-ка, кыш отсюда. Ё-моё, ребят, по жопке мне прилетает, все равно не пробивает, смотрите-ка. Ах ты ж какой.
Короче, крышка здесь опять. 700 хп, не пробей, не пробей, дружище. Спасибо. Ладно, все, ребят, ты слив. Дурацкий слив. Да ё-моё! Ой, давайте хотя бы посмотрим, сколько урончик нанесли. 3600. 3600, а чё толку? Да. Ладно, продолжаем сливаться, ребят. Не... Короче, до победного. Так, ну с этой позиции, конечно, можно только обстреливать вот эту сторону, левую. Конечно, за горой мы ничего себе там шотнули. Похоже, по боевой укладке зарядили так неплохо. Так, ребят, сейчас, по идее, должны сюда, на эту сторону тоже поехать. Потому что наши на базе стоят. Кто-то по-любому должен ехать и дефать. Кто-то из врагов. Эй! Базу отпустили. Так, ребят, все, короче. Ой. Так, 700 хпшки. ИС-8. Там еще кто-то заезжает. Шотный кто-то. А, сейчас меня крысы назовут, спорим. Здесь люди любят обижаться, когда ты стоишь издалека, стреляешь без палева. Люди сразу обижаются, представляете? Сразу начинают ныть! Так, ну два танка осталось, в принципе, без меня там разберутся. С двух выстрелов, сколько, я не знаю, ну... 1500 не наберется, конечно, там 1100, наверное, сколько, не посмотрел. И сколько у нас? 1106 опыта, 700 кредита без према. Так, ребят, ну что, такой был выпуск. Наверное, пока все, на этом хватит. Если хотите, в следующем выпуске мы с вами продолжим прокачивать вот эту ветку. Возьмем мы с вами, я докачаю, конечно, и возьмем мы с вами третий уровень этой ветки. Танк Валентин АТ, вот эту вот откроем. Посмотрим, что она сможет сделать. Посмотрим, что как она себя ведет. Так вот, у нее уже как бы характеристики уже совсем другие. Урончик такой же. Наверное, пушка стоит такая же. Орудие QF6 PDR-8. Ну-ка. Ага. Только немножко АТ-ган МК-2 здесь у нас. То есть пробив у нее немножко повыше, да? Этой пушки похоже. Ну да, пробив, а урончик такой же. И скорострельность у нее повыше. Ладно, ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Делитесь этим видео. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.